Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним задание номер 2 на странице 75. Приведите примеры транспорта, который одновременно является А. наземным, пассажирским и личным. К такому виду транспорта можно отнести легковой автомобиль, который является наземным, потому что едет по земле, пассажирский, потому что он возит пассажиров, и личным. Второе, нужно привести пример транспорта, который является наземным, пассажирским и общественным. Сюда мы отнесем, например, автобус, пассажирский поезд, трамвай, троллейбус. Все указанные виды транспорта ездят по земле, они возят пассажиров, и в нем ездят не несколько человек, а много. В. Водным, пассажирским, личным. Сюда мы отнесем лодку, катер, водный мотоцикл. Все эти виды транспорта являются водными, потому что ездят по воде, пассажирскими, потому что они могут перевозить людей, и личным, потому что этими видами транспорта пользуются один или несколько человек. Следующее. Приводим транспорт, который является водным, пассажирским и общественным. Сюда мы отнесем теплоход, речной трамвай. Данные виды транспорта ездят по воде, плавают по воде, возят пассажиров и являются общественным видом транспорта, потому что перевозят много пассажиров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.